одним действием, потом вторым, потом третьим, еще. И мы превращаемся сами в жителей полицейского государства. Такого нельзя допускать. То есть то, что произошло, это вообще абсурдно, абсолютно. Человека увольняют за то, чем он занят в нерабочее время. То есть статьи не нужно, вообще ничего не нужно. Да? Нет статьи, придумаем. Работодатель не может идти на поводу у Центра по борьбе с экстремизмом, потому что если мы подвергаемся давлению Центра по борьбе с экстремизмом, да, если можно таким образом надавить на работодателя, это значит просто, ну, следующая фраза, мы констатируем, что у нас полицейское государство. Мне очень бы хотелось верить, что мы все-таки, у нас государство демократическое. Долой полицейское государство! Россия будет свободна! Куда ты, господи? Куда ты денешься? Учебники истории – это очень странная вещь. Все зависит от того, какой взгляд сегодня есть, под таким углом зрения и пишется учебник истории. А документальное видео – это уже все. Ну, это документа, это первоисточник. Миша сохраняет вот этот первоисточник для... даже не столько для нас, да, мы смотрим просто вот, ну, сюжет на YouTube, что у нас произошло, он оставляет это потомкам. Власть миллионов, а не миллионеров! 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 Он фиксирует историю. Он фиксирует и акции протеста, оппозиции. Это вот кусочек нашей с вами жизни, потому что это наша история, ту, которую мы будем рассказывать там детям или внукам. Вот сегодня этот миг, прожитый нами, который мы не осознаем, потом через 10 лет, через 15, через 20 мы будем рассказывать это своим внукам. Это вот часть нашей истории. Она запечатлена. То, что делает Миша, он... вот этот вот кусочек нашей сегодняшней жизни он оставляет потомкам. В настоящее время в Нижнем Новгороде формируется широкий гражданский фронт. Он называется Нижегородское гражданское движение. Если мы все будем действовать поодиночке, у нас мало что получится. Но если мы все объединимся, мы сможем многое. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Пока мы едины! Мы непобедимы! Пока мы едины! Мы непобедимы! Пока мы едины! Мы непобедимы! То, что он делает видео у нас на Ковалихе Семашко в сквере на Горького, ту информацию, которую мы пытаемся донести до властей, вот наш взгляд, наше несогласие с тем, что может быть уничтожен сквер на площади Горького, наше несогласие с точной застройкой. Мы это используем как продвижение нашей идеи по защите наших прав. Прав жителей на землю, прав граждан на зеленые насаждения. Нас видно, нас слышно, мы выходим в информационное поле. Пока мы делаем то, что мы можем. Мы обращались в суд. Мы пытались не продлить договор аренды. У нас это не получается. Точечная эта проблема. Сегодня она точно там для жителей двух подъездов, домов на Ковалихе. Завтра эта проблема коснется всех остальных, кому придется пережить ужас точечной застройки. И мы это видео пересылаем там со ссылками, там с копиями для тех, кто идет следом. Я занимаюсь вот правозащитной деятельностью и посылаю тем, кому это еще предстоит. Мы в этом кошмаре живем уже не первый год. Ну, расскажите нам, в конце концов, кто-нибудь. Скажите нам правду, власть. Мы хотим понять, что происходит. Или у нас действительно такое абсолютно неправовое государство, где каждый делает все, что хочет. Милые мои, так вы с меня требуете, чтобы я был факиром, что ли? Были разрешения. Дело в том, что жители салата оливье до сих пор едят, понимаете? Помните, вы нас отправили в 2010 году?
«Сквер на Горького» – это особая песня. Мы остановим тройку этого торгового центра. Одно дело, когда вызываешь телевидение, да, маленький ролик, одна минутка, где-то в новостях. Другое дело, когда это, ну, профессионально и супер. Уникальное совершенно видео. Просто снять видео – это одно. А снять видео так, чтобы это было как фильм, ну, это другое, это профессионализм. Они даже иногда не знают о том, что это все охраняется. Они сейчас опять задним числом сделают бумажку, разрешение. Вот Согину не это, не, ну как это говорится, не имется. Один раз уже признано его постановление незаконным о переносе елей. Теперь опять на объекте культурного наследия ведутся несогласованные работы. Я официально вам запрещаю публиковать любые сведения, которые вы где были бы сегодня прибыли. В том числе территорию под стройки, мои фотографии, видео и все прочее. Все будет в интернете, не беспокойтесь. А видео, оно нам нужно для того, чтобы эту идею от двух человек, трех, там, пяти, десяти, которые ее озвучивают, да, чтобы она вышла в публичное пространство, чтобы она дошла до властей, чтобы она была видна, слышна, ее нельзя было замолчать. Поэтому вот эта работа, снять видео, она уникальна, она нужна городу.